Сейчас я являюсь руководителем рейтинга в PowerRosTelecom. Занимаюсь, наверное, 5-й год уже. А если взять еще, это официальная работа, если брать до этого, то 9 лет, 9-10 лет. Большинство вендоров, они знают, что есть там какой-то Stuxnet, были еще несколько уязвимостей, типа блокаута, который случился на Украине, сейчас Тритон есть, а все остальные, их даже никто не помнит. Не складывается такое впечатление, что есть какие-то прям глобальные проблемы. А проблемы есть. За 9 лет в области ICS со времен Stuxnet почти ничего не изменилось. Когда я выступал по теме ICS Security, я рассказывал про то, что вот уязвимости в General Electric, а вот в Siemens. В General Electric их почти нет, в Siemens там счет идет на десятки. Почему так? Потому что GE не так сильно занимается, как Siemens. Из-за того, что был Stuxnet, и Stuxnet он затронул именно Siemens. В случае Тритона то же самое. Продукции данного вендора просто не занимаются. Но об этом никто не думает, поэтому вот такими выступлениями пытаемся как-то акцентировать внимание, привлечь больше людей в это во все. Основная сложность – это, во-первых, купить эти дорогостоящие устройства, а во-вторых, просто разобраться, как они работают, с чего подойти. Вендоры, опять же, которые делают АСУТП, они зачастую изобретают велосипед, и свой сетевой велосипед, он как бы работает не так, как надо в классических сетях. Из-за этого, опять же, возникает довольно-таки огромное количество проблем. Проблема, если это велосипед, то давайте не будем делать криптографию, у нас будут незашифрованные протоколы. Если это велосипед, давайте как-то настраивать 200 тысяч устройств одним пакетом. Как это можно сделать? Брат-кастом, прекрасно. И вот так и живем. Это все сразу порождает уязвимости, когда вы можете с помощью одного брат-каста просто всем устройствам выставить один IP-адрес. Есть еще проблема отсутствия аутентификации, отсутствие того, что протоколы не секьюрные. Далее еще логические проблемы в большинстве своем есть, потому что когда разрабатывается логика действий, никто не думает, ну, как правило, можно что сделать? Можно открыть ворота и закрыть ворота, например. Но никто не думает о том, что будет, если два раза открыть ворота. Есть еще много бинарных уязвимостей, опять же, с ними уже сложности возникают, там сильно сужается круг специалистов, которые могут это сделать, потому что, во-первых, это надо понимать архитектуру этих устройств, а во-вторых, как правило, нет средств нормальной отладки, то есть, если говорить про мой опыт, то, опять же, тестируешь эти устройства с помощью там, деления на ноль, а затем смотришь, когда это устройство упало. Основная опасность с точки зрения СУТП – это контроль процесса. Представьте, что вы теряете контроль над атомной электростанцией, поэтому главное – это доступность, и все уязвимости – это DOS. Можно просто убирать конкурентов, это единственный способ монетизации. Конкурент, ну, вот действительно хороший кейс – это когда твой конкурент разоряется, и ты подминаешь рынок под себя. Скорее всего, так не сегодня и не завтра, но через несколько лет их станет больше. Когда люди поймут, что так действительно можно гасить своих конкурентов, когда они начнут этим заниматься. Когда более-менее люди поймут, что уязвимости там не такие сложные, чтобы их искать, и когда этим будут заниматься не каких-то два больших производства, а две ближайшие автомойки. Сейчас это попытка, кстати, не только в нашей стране, нормативно навязать вендорам и тем, кто занимается оснащением производства, чтобы они оснащали все это более-менее безопасными устройствами. Для этого, во-первых, должны появиться безопасные устройства в достаточном количестве. Во-вторых, опять же, смена производства – это дорого. Эти устройства, контроль и управление и так далее, стоят очень дорого. Один девайс такой может стоить, например, полляма. То есть очень дорого все обновлять. Сейчас КИИ повлияет только в формате нормативки, то есть будет больше закрытых сетей, будут наконец-таки почти на всех производствах проверять, какие флешки они подключают и куда, будут смотреть, чтобы не было свистков на рабочем месте, чтобы на армах, на которых почти ничего нельзя запускать, кроме SCADA, не ставил какой-нибудь там КС и так далее. Вот в этом плане да. Это очень сильно сократит область для атаки, с одной стороны, и с другой стороны, сильно ее удорожит, и в результате, ну, вся безопасность, она у нас именно про стоимость атаки. Рентабельно это или нет? Если это будет нерентабельно, никто не будет этим заниматься.